испытываются наши первые образцы опытные юнибуса и юнибайка. Параметры самые разнообразные, в том числе тягово-динамические качества, скоростные показатели, тормозные, эргономические показатели. Показателей много, поэтому и работа, объем работы будет достаточно большой. На сегодня это закончился у нас третий день испытаний. Проделан значительный объем работ, но еще больше предстоит сделать. Завтра мы начнем испытывать юнибус и юнибайк. До этого мы испытывали только юнибус, потому что юнибайк не могли сразу к этому приступить, у нас не хватало еще ресурсов. В настоящий момент все у нас наладилось, работа пошла в рабочем режиме. Чувствуются отдельные моменты, значительно подтянуты благодаря совершенствованию конструкции. Параметры, вот, например, торможение и разгон, буквально получились совпадающими с расчетными. То, что было запланировано и раньше мы считали по расчетам, на сегодня мы убедились, что так оно и есть. По результатам мы получим протоколы приемочных испытаний, которые подтвердят соответствие нашей продукции установленным требованиям. Ну а по результатам уже обсуждения этих приемочных испытаний будет принято решение о получении, о выдаче нам сертификата соответствия на одно и на другое изделие. Работы и заботы много, но все удается пока решать в оперативном порядке. Сегодня были некоторые проблемы, к вечеру они были решены. Я думаю, что и дальше будет так же по-рабочему все продолжаться, и все у нас получится. Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Стефенсон, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие 3 года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда в мировой транспортной нише, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории, например, Боинг. Империи рушатся. Распался Советский Союз, но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построенная век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвестором в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты,
реализованы на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложения в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективные дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Доброго, прекрасного и особенного дня сегодня на нашем телемосту. Приветствую всех. Рада сообщить, что мы выступаем сегодня с переводом. И приветствую на площадке. Good morning, everyone. I'm glad to welcome all of you. And I'm also glad that today we are going to have our... teleconference with an interpreter, so we greet our interpreter, Irina. Сегодняшняя встреча – это праздник. Это праздник, это энергия, это эмоции, и я хочу сказать, это могучая сила. Мы творим чудеса прямо сейчас. Every meeting is a celebration. It's energy, it's emotions, it's power. We do create miracles. В природе наступает осень. Это время урожая, мы это все знаем. И в это время все вкладывают много сил для того, чтобы собрать урожай и также готовиться уже вовремя к следующему сезону. The nature has its autumn season. Now, and we all know what autumn means. It's harvest time. It's the time where great efforts are made in order to gather the harvest, but also to prepare for the next season. У нас в проекте именно такой же момент. There is the same exact stage in our project. Так, вижу, что кто-то меня не слышит. Как со звуком? Сейчас лучше? I see that some people do not hear me. How is the sound? Is it all right? Наш осенний период – это очень активная работа именно в закрытии девятого этапа и праздничное настроение, рабочее настроение, переходя на десятый этап. Our fall period is a period of very active work in order to close our ninth stage, and it's also a time of celebration and work in order to start our tenth stage. Это говорит о том, что сейчас именно самое активное рабочее время. Наша активность начинается сейчас. Which means it is now the most active work time. Our work starts now. Хочу сказать, что наши поля – это все страны, все регионы, в которых у нас партнеры, инвесторы, и мы вас всех очень любим и ценим. We would like to say that our fields are all countries, all regions, our partners, our customers. We value all of you very much. И сегодня хочется каждого буквально назвать и сказать, у нас прекрасные руководители, региональные лидеры, уникальные люди. I'd like to literally mention everyone and say that we have great regional leaders. These are awesome people.
У нас активные лидерские советы. Это те люди, которые держат все регионы в своем активном участии. We have very active leaders councils. These are the people who uphold energy and activity in their respective regions. У нас очень много серьезных команд партнеров по всем странам, по всем регионам. We have many serious partner teams in all the countries, in all the regions. И также хочется сегодня отметить тех, кто иногда остается за кадром. And I would like to also note those today that sometimes stay behind the scenes. У нас, конечно, финансовый отдел, у нас юридический отдел, у нас серьезная IT-команда, которая в эти дни работает не только днями, но и ночами. We have a financial department, a legal department, and a very serious IT team that currently works not only days, but also nights. Благодарим, конечно, информационный отдел, который нас каждый день, если зайти в наш личный кабинет, мы сегодня видим, что у нас новости буквально каждый день. Это всех нас мотивирует, благодаря им, ихней работе. And I would also like to thank the information department. If we enter our back office, then literally every day we receive news that motivate us. Конечно, техническая поддержка. Конечно, колл-центр. Отдел переводов. Of course, also technical support. Call center. Translation department. Если я кого-то не назвала, вы знаете, что мы о вас думаем, мы вас благодарим, и без вас мы, конечно, никак. И все вместе мы создаем эту уникальную команду, семью Skyway Capital. If I forgot someone, please understand that we think about you and we thank you, because without you, nothing could have happened. Together, we create this unique team, unique family, Skyway Capital. Огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы делаете благо. Great, huge thank you for... the fact that you are and you do good. И переходим, наверное, в рабочий режим. Еще раз напоминаю всем своим коллегам, которые сегодня выступают, что у нас идет прямой перевод, то есть говорим с паузами медленно, чтобы всем было понятно. So, let's start our work, but first I would like to remind all my colleagues that today's conference is with interpretation, so please remember to make pauses, to speak slower, so that everyone understands everything. И с очень большой радостью, с честью и гордостью я хочу представить и дать слово нашему следующему выступающему, нашему гостю, которого, наверное, ждут все-все те партнеры, которые сегодня на нашей площадке. Поэтому я приглашаю, хочется даже сказать, на сцену, и можете даже поаплодировать, потому что мы приглашаем Виктора Бабурина, директора по развитию компании «Струнные технологии». It's a great joy and privilege for me, and a great pride to give the floor to our next speaker, our next guest that all the partners here have been expecting. And I would even say that we should give him the stage and maybe even give some applause. So let's give the floor to Mr. Viktor Baburin, Director of Development of the company String Technologies. Всем привет, дорогие участники телемоста. Greetings to everyone, dear participants of the teleconference. Можете выключить мой звук у себя в колонках? Да, одну секунду точно. Да, приветствуют, точнее, представляют просто как рок-звезду. They have introduced me like a rock star.
Виктор, у меня нет вашего звука. Нету звука. Виктор, мы видим вас, но не слышим. Я понимаю сейчас. Вот сейчас вы меня слышите, я думаю. Да, да. Я говорю, это не просто, потому что тут не получается щелкать микрофоном. Ну ладно, давайте попробуем. Сейчас вот. Если вы меня вставите в наушники, тогда я не буду звучать эхо. Если бы у меня просто были наушники. Так, ну ладно, давайте попробуем. Значит, чтобы не терять время. Let us try not to lose time. Вот так нормально, Ирин? Yes, да. Так, ну ладно, придется немножко поморочиться. Хорошо, значит, тогда, не теряя время, давайте сразу я расскажу частично о планируемых наших новостях и о том, что произошло за последние несколько недель. Да, новостей много. So, let me start by telling you about our plans and about things that have already happened in the recent weeks. Значит, из планируемых новостей, в конце сентября мы совершим очередную поездку в Дубай, в Арабские Эмираты, точнее. From the things that we plan, in the end of September we will have a trip to Arab Emirates. Потому что во время нашей последнего визита в Индию, и где мы представляли в том числе технологию контейнерных перевозок, очень заинтересовались представители одного из крупнейших в мире портов, находящихся в Арабских Эмиратах. Because during our last visit to India, where we represented also container transportation, one major port, which is one of the major ports of the world, got interested in it from Arab Emirates. Поэтому мы сейчас делаем для них довольно обширную презентацию и, скажем так, договариваемся об условиях, потому что с арабами всегда немного сложно, и вы знаете, за последние там, несколько лет мы провели несколько переговоров и в Дубае, и в Абу-Даби. We are preparing a major presentation for them in order to agree upon conditions because Arabs are not so easy to negotiate with. You already know that for several years we had several negotiations, including in Dubai and Abu Dhabi. Люди часто говорят, ну вот, технология работает, что арабы не инвестируют? Так они готовы инвестировать, только они хотят 51% от компании. Often people say, if the technology does work, why don't Arabs then invest? Well, they are ready to invest, but in return, they want to have the ownership of 51% of the company. Такие условия нам, конечно, не подходят, поэтому мы работаем с теми партнерами, с которыми можно договориться о более выгодных для нас условиях. Such conditions, of course, are not suitable for us, so we work with the partners with whom we are able to agree on more profitable conditions. В частности, например, также в Индии мы за этот год работали по нескольким направлениям для того, чтобы если по одному из направлений происходит некая пауза, подвисание или недоговоренность с партнерами, мы можем свободно работать по остальным. For example, also in India, during this year, we have been working in several directions, so that if one direction pauses for some reason, misunderstandings in the agreements, we could work in all the rest of them. Поэтому, ну, значит, по поводу новостей, наконец, планируемых новостей, наконец, сентября, понятно, все будет в новостях у нас. Я, сами знаете, не люблю говорить предварительно, лучше говорить по факту. So that's all about planned news that would happen in the end of September, but you all know that I prefer speaking about the things post-factum, not before they happen. Например, вот по поводу визита в составе
белорусской бизнес-делегации, вот, которая только недавно произошла. Мы тоже об этом предварительно ничего не говорили, просто для того, чтобы убедиться, что визит состоится, и порадовать людей интересными, хорошими новостями. For example, as to our recent visit within the framework of Belarus business delegation, we didn't want to speak ahead of time. We wanted to make sure that this visit happens and then give the glad news to everyone. Ну, как вы видите, по реакции в прессе, и по реакции в новостях, ну, я имею в виду СМИ, визит прошел очень успешно. И наша компания там твердо заявила, скажем так, свое намерение войти в очень перспективный для нас рынок. So as you can all see the reaction in the press, that is in mass media, this visit was quite successful, and our company firmly declared its plans, goals and perspectives to enter this market. Во время этого визита мы подписали соглашение о взаимодействии с одним из крупнейших штатов Махараштра. During this trip we signed an agreement of cooperation with one of the major states, Махараштра. Махараштра. Ну, я думаю, что переводить это не надо. Вот, значит, и также мы с рядом бизнес-партнеров подписали соглашение о начале предварительной работы, создании финансовых моделей для адресных проектов. Вам там какой-то очень большой писк идет, очень сложно. Also, we have signed an agreement with a range of business partners for preparatory work for creating financial models for target projects. Сейчас в Индии предварительно пока определено 7 направлений, ну, то есть 7 проектов, где технология Skyway представляет наибольший интерес для наших партнеров. For now, in India, we have defined 7 directions of our work where Skyway technology is of most interest to our partners. Тут сейчас не надо переэнтузиазма, скажем так, потому что понятно, что наша компания на текущем уровне развития одновременно введение 7 проектов не вытянет никак. We shouldn't be over enthusiastic here because it's clear that on the current stage of our development our company wouldn't be able to uphold all the 7 directions simultaneously. Поэтому сейчас совместно с нашими партнерами мы выбираем один точный проект, с которого мы начнем пилотный адресный проект, с которого мы начнем работу в Индии. So now together with our partners we are choosing one exact pilot project, a target project with which we would start our work in India. Этот проект будет заниматься перевозкой, ну, пассажиров, и на нем будет в том числе технология сертифицирована для индийского рынка, потому что не надо забывать, что ту сертификацию, которую мы проходим сейчас, это сертификация российская. And that project will be a passenger transportation project, using which we will certify our technology in India. Because you don't have to forget that our current certification process is for Russia. Большим плюсом такого пилотного проекта будет являться то, что это будет не, как некоторые говорят, какой-то междусобойчик там в Беларуси на полигоне, а это будет уже полноценный проект, в том числе и отработка взаимодействия с местными строительными и инжиниринговыми компаниями. What is the advantage of such a pilot project? It will not be, as some people say, a get together in Belarus where you work with each other. It will be a truly foreign project where we will work on developing fully-fledged cooperation with local constructors and engineering companies.
Сейчас мы уже определяем, опять же, совместно с индийской стороной, те компании, которые будут заниматься и совместно с нами проектированием, и строительством на территории, и будут осуществлять поставку частей для путевой структуры Skyway. Now together with our Indian partners, we define companies that will take part in the whole process in designing, construction, in delivering parts for our track systems. По поводу сроков строительства, значит, мы не должны забывать, что если мы говорим о целиком проекте, то он начинается не со строительства, а сначала с определения, где и что строить, и с кем. As to the time of construction, we shouldn't forget that the whole project doesn't start with building. It starts with answering the questions, where to build, what to build, with whom. Потому что параллельно будут идти процессы оформления земли и подготовки ее для строительства. Because in parallel there will be also processes of acquiring land and preparing it for construction. Одновременно будет идти процесс проектирования, то есть что строить, какие инженерные решения принимать в данном проекте. At the same time there will be a process on deciding what to build, which engineering solutions would be used for that specific project. И кто будет партнерами в осуществлении строительства, поставки? And who will be our partners in the implementation of this construction of delivery? Даже для небольшого проекта такая работа занимает примерно от 8 до 12 месяцев. Even for a small project, this preparatory work takes from 8 to 12 months. Поэтому понятно, что определенная деятельность на участке начнется заранее. Это, например, фундамент, заливка, опор. Но вы все видели во время строительства экотехнопарка, как происходит процесс стройки. So clearly some activity on the land plot will start earlier, like laying the foundation, etc. You have seen it all during the construction in the ecotechnopark. Поэтому, если спрашивают о процессе, когда начнется строительство, то это не ранее, я думаю, середина следующего года. А если спрашивают, когда начнется подготовка проекта, то она уже началась. So if they ask you when construction will start, then it will be around middle of next year. But if you start if you ask when the project starts, it's in its preparatory phase, then it has already started. Но опять же, я прошу здесь, коллеги, не надо быть, забыл как это слово, да, over enthusiastic. Ожидания свои. Что? So once again, colleagues, I ask you not to be over enthusiastic and to manage your expectations. Потому что, давайте сохранять спокойствие. Работа над проектом началась, есть партнеры, есть поддержка со стороны штата. Работаем поступательно, мы знаем, что делать, но сами понимаете, работаем в области внедрения инновации. Здесь смещения по срокам могут быть абсолютно непрогнозируемы. So keep calm and understand that we have started and we have partners, we have state support, and we move gradually. We know what to do, but you have to understand that when you work in the field of innovations, then terms might move in an unforecasted way. По поводу встречи нашей с уважаемым министром транспорта Индии, ему же представлялись много разных инновационных транспортных технологий, которые сейчас
устремились в Индию как мощный растущий рынок, требующий кардинальных изменений в инфраструктуре. As to the meeting with our highly esteemed Minister of Transportation of India, you should know that he had been offered many innovative transport technologies that have flooded India as a very growing market that requires a complete remaking of the infrastructure. Это и проекты из Израиля, SkyTrain. Это проект Metrino, это проекты США Hyperloop. Вы сами видите в новостях, часто возникают упоминания о них, работающих в Индии. These are such projects as Israeli SkyTrain, Metrino, American Hyperloop. You can see them on the news as coming into India yourselves. Но только наш проект сейчас находится уже на стадии сертификации технологии. Это полноценный промышленный прототип. But our project is the only project that is on the stage of certification with a fully fledged industrial prototype. Тут спрашивают, какими силами будут устанавливать опоры, монтаж путевых структур. Конечно, это будут местные строительные компании, потому что белорусская компания просто так не может начать работать на индийском рынке. There is a question in the chat, who is going to build supports and the track system. Of course, these will be local constructors, because a company from Belarus can't just up and go and start to building in India. То есть мы будем, как белорусская инжиниринговая компания, предоставлять чертежи, которые будут верифицироваться местными профильными организациями и передаваться строителям для того, чтобы осуществлять процесс монтажа. Тут никаких нету новых инноваций в плане управления проектом, когда приходит зарубежная технология. Это все делалось до нас уже тысячи раз. We as a Belarus-based engineering company will provide all the blueprints and designs that will be then verified by relevant organizations in India that will then in their turn provide these blueprints for the constructors in order to assemble the track systems, and there is nothing new about it. The projects of foreign companies managed locally have existed for very long time. Так, ну несколько слов по поводу визита в Индию совместно с бизнес-делегацией из Республики Беларусь и участие в белорусско-индийском бизнес-форуме. So now a couple words about that visit to India within the business delegation from Belarus to take part in Belarus-Indian Business Forum. Значит, прошло все очень удачно. Мы познакомились и с высокопоставленными белорусскими чиновниками профильными. Everything was really successful. We met also high officials from Belarus in this field. И в том числе нам помогло, что участвуя в этом бизнес-мероприятии под эгидой визита президента Республики Беларусь в Индию, добавило уверенности в нашей компании. What also helped our company to gain a level of confidence and trust for the locals is that we came there together with the president who visited India. Также, значит, была достигнута договоренность о создании предварительно пока начальной производственной базы, ну даже не производственной базы, а места сборки подвижного состава, поставляемого из Беларуси.
There have been reached an initial agreement or on the initial assembly base to assemble the rolling stock from parts coming from Belarus. И, как я говорил, несколько направлений, в которых SkyWay предоставил такие уникальные решения, которые заинтересовали наших партнеров, скажем так, очень серьезно. Это перевозки контейнеров и легкие путевые структуры для соединения районов города с крупными транспортными центрами, фидеры. As I said, we have decided on several directions that SkyWay offered unique solutions that our partners got really interested in, such as, for example, transportation of containers, different structures that connect city parts with major transportation centers. Вот спрашивают в чате, можно ли перевозить контейнеры с трудным транспортом, об этом я и говорю, то решение, которое мы дали для индусов по поводу перевозки контейнеров из порта или в порт, из сухого порта или из склада, очень сильно их поразило. There is a question whether it is possible to transport containers using string transport. That is exactly what I am saying. We have offered a solution to Indians for transportation of containers to and from ports, land ports and storing facilities that really amazed our Indian audience. То есть, когда мы делали презентацию министру транспорта, и мы показывали видео с юнибусом, который едет по путевой структуре, более тяжелой. When we made our presentation to the Minister of Transportation and showed him heavier unibus moving on the tracks system, showed a video of it. И сказали, что по этой же путевой структуре можно повезти контейнер. Он сказал, что в принципе вопросов у него к практической реализации нет, потому что он понимает, что если надо будет усилить путевую структуру для того, чтобы поместить на нее более тяжелый подвижной состав, значит надо будет просто увеличить на там 20-30% стоимость ее частей. Больше струн, больше натяжения, более крепкие опоры. When we said that the same track could transport containers, he said that he practically had no doubts about the practical implementation, because in order to carry a heavier container, simply the string structure would have to be strengthened, meaning that it would cost by 20 or 30% more expensive, but there will be simply stronger parts or more strings, stronger tension, stronger supports. Так, ну я тогда предлагаю, что я сейчас перейду к трем вопросам, которые мне задали до телемоста. На них кратко отвечу и тогда уже передам микрофон следующему выступающему. So what I propose to do is I will now answer three questions that I was asked before this conference, and then I will give the floor to our next speaker. Значит, первый – это о возможностях участия инвесторов ЭТП в адресных проектах, например, в Индии и других регионах. The first question I was asked is about the possibility for investors to take part in target projects, for example, in India or other regions. Мне очень нравится настрой людей, которые, еще не имея зафинансированную технологию в Беларуси, уже стремятся профинансировать адресные проекты в других странах. I really like this attitude that people want to finance this technology in target projects in other countries when we haven't yet even financed fully the technology in Belarus.
Поэтому я с позиции, ну, своей скажу то, что мы сейчас на 100% заточены на продвижение первого адресного проекта в стране, где технология SkyWay встречает наиболее хорошую отдачу. So right now we are 100% focused on moving on with the first target project in the country where the technology would give the best yield. Поэтому вопрос, связанный с возможностью инвестировать в другие адресные проекты по всему миру, я не могу сказать то, что нами сейчас прорабатывается. Да, такая возможность должна быть, но конкретный механизм я сейчас вам не назову. So as to this question of, on the possibility to invest into target projects globally, I can't say that it is being developed right now. Of course, this opportunity has to be available, but the mechanism as of yet has not been developed. Наша самая задача главная – это построить сертифицированную технологию, построить коммерческий пилотный проект. А после этого мы уже займемся и там созданием специализированных фондов, использованием новых финансовых технологий для финансирования проектов. Но давайте мы сейчас сконцентрируемся на конкретной задаче и не будем распыляться. So our main task right now is to have our technology certified. To concentrate on making the pilot project, and of course, then we can move to creating some specialized funds financed by new financial technologies. But right now, let us not scatter our efforts and let's focus on the task at hand. Просто я часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда люди на вебинарах насмотрелись друг друга, прям зажгли до такого невероятного состояния, что им уже кажется, что уже все проблемы и вопросы решены, и уже впереди все как бы перспективы открыты, и все, надо бежать куда-то еще инвестировать. Because what I often encounter, for example, during webinars, that people have set each other so much aflame, so to say, that they think that there are no more problems, that all the questions have been solved, and all the ways are open, and we have to run and finance something else. В этом в том числе, скажем так, и не то, что негативное, ну, мы показываем только положительные новости. Из этого складываются у людей ощущение, что работа SkyWay выстлана чуть ли там не красными розами, и мы по ней весело вместе все бежим и никаких проблем и препятствий не встречаем. So it's not, I wouldn't call it negative, but you know that we only share positive news, and it starts to seem to people that work in SkyWay as is as if covered with rose petals, and we run on this rosy way forward, not encountering any problems. Поэтому я всегда говорю людям, что не надо, то есть надо быть адекватными ситуации. Мы делаем очень сложный, очень большой проект, очень сложную технологию. Не надо здесь думать, что что-то происходит волшебным образом. So I always say we have to remain adequate to evaluate situation, to understand that we are working on a very complicated and big project, on a very complicated technology, so there is no magic about it. Так, второй вопрос это по поводу, будет ли сделано, если да, то когда, корректировка сроков последних этапов в связи с ростом объемов работ, ранее не предусмотренных. The second question was whether there will be a correction of stages, and if so, then when, due to the growth of work volume. Тут я отвечу кратко. Да, мы корректировку сделаем чуть попозже, вот. Но пока просто сейчас не видится в этом первой необходимости. Мне кажется, то, что
Все, что происходит, видно каждый день в новостях, на экотехнопарке. Кто хочет, всегда может приехать, там забора нет. Точнее, прозрачный. So my answer will be brief. Of course, we will make the correction later, but it's not on the first need base. You can see what happens every day, also in Eco Techno Park. You can come there anytime. It's not fenced. Well, it is, but the fence is transparent. Третий вопрос – это о перспективе открытия внутренней покупки компании акций от инвесторов. The third question was about the possibility to internally buy shares from investors. Здесь тогда я просто обозначу логическую цепочку. Обратный выкуп будет не ранее закрытия входа в корневую, закрытие входа в корневую будет не ранее выхода компании на самоокупаемость. Выход компании на самоокупаемость будет не ранее начала получения прибыли или авансовых платежей от адресных проектов. Let me draw a logical chain for you here. The buying back of shares can't happen earlier than the buy-in to root company is closed. But the buy-in to root company will be closed only when the company breaks even, that is cost-effective. And it will only happen when we receive our first profits or advanced payments for the target projects. И, конечно, понимая заботу наших инвесторов о своих инвестициях, часть вот этих вот предварительных прибылей, конечно же, будет направлена на программу обратного выкупа. And understanding, of course, the care of our investors for their investment, part of these first profits, of course, will be moved to buying back some shares. По поводу адресных проектов, еще раз, мы здесь прозрачны, насколько можем, освещаем в новостях и этапы подготовки. Некоторые вещи, конечно, мы держим закрытые, потому что все-таки рынок промышленного шпионажа никто не отменял. As to target projects, we try to be as transparent as we can. We show all the news we can on the preparation of projects. Of course, some things are closed because no one has destroyed industrial espionage. Так, ну я вкратце вроде бы все ответил, новостями поделился, какими мог. Благодарю вас за внимание. Давайте, может быть, пару вопросов из чата я попробую ответить и буду заканчивать. So, briefly, that would be all. I have answered my questions. I have shared the news that I could share. So, I would like to thank you, and maybe in the end I could answer a couple questions from the chat. Хотелось бы что-нибудь интересное, конечно, чтобы задали. Of course, I would like to see some interesting question. Был вопрос по ситуации в Австралии. There was a question about the situation in Australia. Я уже отвечал, тоже, ну, как бы ранее там в ВКонтакте было, что Род Хук приедет и сам все расскажет, причем он недавно выступал, если не ошибаюсь, на вебинаре или на конференции в Малайзии и рассказывал о последних новостях в Австралии. Well, I have already spoken about it earlier, that Rod Hook will come and tell everything himself, and he actually already spoke in Malaysia and gave Australian news. Я хочу объяснить, опять же, концепцию нашей работы. I would like to once again explain the concept of our work. Каждый день и каждая минута работы нашей компании – это определенное количество денег, которые, ну, скажем так, сжигаются.
Every day and every minute of the work of our company means a specific amount of money being spent, or so to say, burned. В направлении, куда можно развиваться, огромное количество. По всему миру транспортные проблемы присутствуют. There are so many different directions we could develop in, because transportation problems are all over the world. Если мы будем биться в закрытые двери, стены, или просто распылять свое внимание, то через некоторое время не будет ни проектов, ни денег. If we try to crush through the closed doors or walls and scatter our efforts and attention all over, then after a while we won't have any projects or money. Поэтому мы концентрируемся на тех направлениях, где встречаем наибольшую, наилучшую поддержку и обратную связь. So we do focus our attention on the directions where we get the best support and feedback. Так, сейчас еще посмотрим, что тут. Let me see other questions. По поводу сертификации, коллеги, я детальной информации не обладаю. Для этого у нас есть служба сертификации, которая занимается работой с профильными НИИ по поводу сертификации подвижного состава. As to certification, my friends, I do not possess the details, because we have a special certification department that works with competent authorities in order to certify our rolling stock. Так, ну я думаю, тогда я буду заканчивать. Спасибо большое всем за внимание. Передаю микрофон следующему спикеру. Всем хорошего дня. So I think that would end my presentation. So I would like to thank everyone and give the floor to our next speaker, wishing all of you a nice day. Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас всех видеть, слышать, общаться с вами. Good afternoon, dear friends. I'm glad to see and hear you all and communicate with you. Я очень внимательно слушал коллегу Виктора Бабурина. Спасибо Виктору за и для меня кое-что прояснилось. Спасибо. I have paid great attention in listening to my colleague, Mr. Baburin, and I would like to thank him because some things became clearer for me too. Время такое быстрое, что мы общаемся вот посредством телекоммуникационной связи последнее время, и вы понимаете почему. The time goes so fast that you see now. Now that we mostly communicate through telecommunications, and you understand why. Я надеюсь, я следил очень внимательно за тем, что писалось в чате людьми, и я надеюсь, что мне удастся косвенно или прямо ответить на некоторые вопросы, которые там были заданы. I hope I would be able to either directly or indirectly answer the questions that have been asked in the chat, which I followed quite attentively. Итак, как было объявлено, что хотелось бы кое-что сказать про стратегию инвестирования при смене этапа и перспективах на будущее для инвесторов. So, I would like to speak about investment strategies during the change of the stage and what are the perspectives for the investors. Я хочу сразу вначале сказать, что был задан вопрос, что а что делать, нужны ли будут инвесторы в дальнейшем? Конечно, нужны. Это был и вопрос людьми заданный, что а можно ли участвовать в адресных проектах в будущем?
Конечно, можно и нужно будет. So there was a question whether there will be still a need for investors in the future. Of course, that is the reason why the question about investing into target projects was asked. And my answer is, of course, we will definitely need investors in the future. Я здесь позволю себе остановить поток моих соображений в этом плане и перейти дальше вот по тематике. So I will stop the flow of my thoughts on this topic and simply move on to the topic I have to present. Значит, что касается стратегии инвестирования, то основой для этого является вот, на мой взгляд, три пункта. So as to the strategy of investment, in my opinion, the foundation of this strategy consists of three points. Если вы считаете себя серьезным инвестором, или, по крайней мере, хотите таковым, ну, как бы, быть, прийти в это состояние. If you believe you are a serious investor, or at least you want to become one. Если вы передаете людям информацию, то нужно следовать следующим вещам. If you give the information to people, you have to pay attention to the following things. Первый пункт – это бизнес-план и 15 этапов. Там все подробнейшим образом описано. First point is the business plan and 15 stages, which describe everything in great detail. Отсюда вы можете построить стратегию инвестирования свою личную. Based on that, you can build your own personal investment strategy. И корректировки осуществлять тактическими решениями при переходе с одного этапа на другой. And correct that strategy further on with tactical decisions during the switch from one stage to the other. Но для этого нужна необходимая оперативная информация. But for that you need really updated recent information. And one of the platforms for getting such a latest information is the platform of a teleconference. Владимир, вы у меня зависли. Я вас не вижу и не слышу.
Еще маленькая пауза и продолжим. У всех есть возможность взять чашку кофе. Сейчас продолжим. So we'll have a small pause and then we will continue. You all have the opportunity to get some coffee and then we will continue. Ирина, вы здесь? Приветствую всех, кто сейчас на площадке. И хочу узнать, здесь ли у нас Ирина. Я здесь. Ну, отлично. Пока у нас кофе-пауза, я хочу показать вам одно небольшое видео, которое показывает, как много может сделать один человек. Меня сразу, Лариса, вопрос. Если я видео буду переводить одновременно, будет Нет, видео не надо переводить. Okay, I would like to show you a small video without interpretation that will show you what can one person do while we have this coffee pause. И видео показывает, что один человек может все. И когда вы будете смотреть это видео, там будет показано, как один человек очистил пляж. Много километров пляжа, более чем от 5 миллионов килограмм мусора. So, while we have this pause, you can watch this video that will show you that one person can do a lot, basically everything. This is a person who cleaned a shore of the sea for many kilometers from 5 million kilograms of trash. Он просто делал то, что мог. И к нему присоединялись те, кто хотел. He simply did it, and those who wanted joined him. И вместе они создали, возродили уникальное пространство для всех. Это то, что делает каждый из вас, когда поддерживает технологию и помогает Анатолию Дарчевиницкому внедрять технологию SkyWay по всей планете. And together they cleaned up this unique natural space, and that's what all of you do when you help Mr. Yunitsky introduce SkyWay technology all over the world. Точно так же и вы, когда вы начинаете присоединяться, вы изменяете мир. The same way, when you join this project, you change the world. Итак, я прошу прощения, интернет такой, какой он есть, я подключен. Я надеюсь, меня слышно. So I beg your pardon, the internet is as it is, so I am connected and I hope you hear me. Во избежание сбоя я постараюсь сейчас не включать свое видео, вы меня все видели.
Я вас всех уважаю. To avoid further failures of the internet, I will not turn on my video. I respect you all, and I believe you have all seen me already. И таким образом, что на входе в 10-й этап важно нам всем знать? So what is important to know for all of us while entering the 10th stage? Очень напряженный период. Активно развивается сотрудничество с брокерской компанией Impex Trading. Это она имеет лицензию. Да, извиняюсь. So it's a very busy period when we develop our cooperation with a broker company Impex Trading. Эта компания имеет лицензию на финансовые услуги, то есть прием денег и передачу денег на основе MasterCard. So this is a company that has a license for financial services that is accepting and transferring money using a MasterCard. Самое позже с октября компания, эта же самая компания, представит нам 2-3 банковских счета для работы с инвесторами из всех стран, но отмечу, кроме запрещенных в личном кабинете. So from October, this company will give to us 2-3 banking accounts for working with investors from all over the world, of course, except those who are prohibited in the back office. Замечу, что все эти пункты, которые я сейчас вам докладываю, это практически просьба директора Skyway Capital Евгения Кудряшова. И его наилучшие приветствия нам всем. So basically all the points I am presenting to you now are done by the request of the director of Skyway Capital, Mr. Kudryashov, which also asked me to give all of you his greetings. Его настоятельная просьба действовать по инструкции, то есть регистрация плюс верификация. Это очень важно, иначе ни одна платежная система толком нормально не работает. So he is really insisting on us following the instruction that is registration plus verification. It is very important. Without that, no payment system will work. Следующее это на следующей неделе еще один, как бы одна возможность Visa MasterCard будет подключена, и вы об этом узнаете. Next week we will have one more opportunity, Visa and MasterCard, and as soon as it is connected, you will find out about it. Это система, которая, ну, которую можно будет использовать в личном кабинете. This will be a system you will be able to use in your back office. Далее очень важно, четвертый пункт. Далее очень важно понимать, что договор заключен Skyway Capital и головной компанией с Transtech. Это эстонская компания, которая сотрудничает и используем как бы вместе ввод денег через PayHub площадку от $10. Опять-таки из всех стран, кроме запрещенных в личном кабинете. It is also important to understand that Skyway Capital has a contract with Transtech, which is an Estonian company with whom we cooperate to move money through a pay hub starting from $10 and of course once again except from the countries prohibited in the personal back office. И здесь очень важно, это так называемые банковские переводы, и здесь тоже следует инструкциям, иначе будет опять сбой. And once again, these are banking transactions, so it's very important to follow the instructions in order to avoid failures. Пятый пункт – это доработан дизайн личного кабинета. Будет полностью введены все разработки и все визуализации после 19.09, то есть после завершения перехода на следующий этап.
There have also been developments in our back office, so when you open it, there will be all developments, all visualizations after the 19th of September, that is, after we fully switch to the next stage. Компания ведет различные новшества, вводит не просто так, чтобы ввести в новшества, но для того, чтобы рациональнее использовать средства и сделать их более эффективными. Company has been introducing innovations not simply for the sake of innovations, but in order to make a more rational and efficient use of money. Как вы знаете, бывают сбои с опозданиями по оплатам, скажем, инвестиций по рассрочкам, и теперь будет автоматизация напоминаний оплат по рассрочкам в виде автоинформатора или звонок на языке инвестора. As you all know, there have been delays in paying the installments, so there is now an option of automatic reminder about the installment in the form of a phone call in the investor's language, automatic phone call. Отвечаю на вопросы, что очень высока вероятность скорого перехода на 11-й этап. И здесь такой лозунг. Да. To answer your question, there is really a high probability of the fast switch to 11th stage, and there is this slogan that becomes true. Практически все для этого есть, но нужны определенные шаги. И поэтому инвестируй, не бойся, не боясь. Invest without fear, because everything is prepared for that. There are just some steps to be taken. Это опять к слову о стратегии и о тактике. That is once again about our strategy and tactics. Был призыв Евгения Кудряшова, если у кого-то есть связи с владельцами платежных систем, свяжитесь с нами для сотрудничества или для обсуждения этого вопроса. Mr. Kudryashov also asked anyone who has any connections to some people in payment systems to let us know in order to be able to discuss possible cooperation. Девятый пункт – это Orange Pay. Есть уже как бы подготовлена и возможность в ближайшее время что использовать, или даже уже она введена для апробации в кабинет, через оплатную, как бы через товарную оплату так называемых китайских товаров, агент, это, скажем, агент нашей компании, для того, чтобы проводить платежи. There is a so-called Orange Pay, which I believe is already available to try out in your back office, or will soon be, through such so-called commodity payment for Chinese commodities, through the agent of our company in order to introduce money. Поэтому не стоит, не следует пугаться, когда в ответ на ваши, как бы, действия появляется, что вы оплатили какой-то там товар, бог знает какой. Это так, ну, скажем, придумано или задумано в этой системе оплаты, гарантирует и стоит, как бы, между агентом и нами стоит Skyway Capital. Поэтому важно, чтобы оплата поступила и дошла до вашего кабинета. И это самое главное. So do not be surprised or scared when in response to some of your actions there is a notification that you have paid for some product, God knows what product. So don't be afraid, it's just a system in order to transfer money, and remember that between that agent and us there is a Skyway in the middle, and it's for us the most important thing is for money to reach your back office. Из серии ближайших перспектив не могу пока сказать сроков, но идет подготовка возможности использования золотой короны системы, карты системы. From other possible payment ways, I don't know the exact time when it might be introduced, but there is also a possibility that the use of such called gold crown system will also be introduced. И для того, чтобы можно было более
как бы оперативно работать, вводим Capital в раздел личного кабинета, или раздел в личный кабинет, извиняюсь, разъяснение по платежным системам, где будет четко видно, платежная система такая, ага, не понимаешь, взял, посмотрел, получил полное разъяснение на всех языках, которые имеются в кабинете. In order for us to work faster and more efficiently, we introduce another section of your back office with an explanation of all payment systems. So if you see a payment system you do not understand, you simply click on that explanation and you have the explanation in all the back office languages. Сохраняется. Там есть вопросы, я потом на них отвечу, да? Some more questions appeared, I will answer them later. У кого-то возникли вопросы, и Инета говорит, что я отвечу. Хорошо, подготовьте их. Да, I see Inetta is mentioning that there are some questions and that I would answer them later, so yes, do prepare them for me and I will do that. Очень коротко по 10-му этапу, друзья. То есть во что мы инвестируем? Что за этим стоит? Очень коротко. Very briefly about the 10th stage. What are we investing in? What stands behind our investments there? Основой является, как уже говорил, бизнес-план, и это в первую очередь завершение создания рабочей документации по высокоскоростной межгородской тестовый комплекс по этому комплексу. So, I said, everything is founded in the business plan. So it is the completion of creation of working documentation and of high-speed intercity test field complex. Этого требует условия сертифицирования, поэтому документация практически готова. Для того, чтобы там вопрос в том, что для того, чтобы тестировать до 500 километров, надо было слегка увеличить все-таки длину трассы, но это ничего не затормозило, процесс идет очень по плану, так что этот вопрос тоже решается. Это 10-й этап, друзья. I said, there are certain conditions of certification and documentation is practical. Practically ready only in order to have a field test of this specific technology more than 500 kilometers per hour, they demanded a longer test track, but it didn't create any problems or delays. Everything is going according to plan. So, my friends, that is the 10th stage. Важно здесь для нашего понимания стратегии и тактики действий компании, что значительная группа конструкторов как бы ориентируется сейчас на разработку уже четвертого поколения высокоскоростного транспорта. Это что связано с преодолением морских участков, высокоскоростного движения в тоннеле, в том числе и в полувакууме или вакууме, и другие. Но... You should understand within the strategy and tactics of the company, it is very important that our designers, engineers are working already on the fourth generation of high-speed transportation, including for maritime pieces of the track, high-speed movement in the tunnel, half vacuum or vacuum. But этого требуют уже так называемые предсоглашения, предварительные переговоры и то все, о чем говорил Виктор Бабурин сегодня. This all is demanded by the fact that there are already preliminary agreements that Mr. Baburin has mentioned. Третий пункт – это работы в экотехнопарке и продолжение работ по созданию опытно-промышленной производственной баз холдинга. So, this is the work in the technopark that we have been speaking about for creating a test, test and manufacturing base of the holding Eco Technopark and Unibus. Создание
научного, испытательного и так далее оборудования для опытно-промышленной отработки, сертификации, строительства и эксплуатации. То есть оборудование-то тоже надо, дорогие друзья, создавать. So, it is a creation of scientific, testing, technological, operational, etc. equipment in order to make field tests, certification, building and commissioning. You have to understand that we have to create equipment. И в заключение, из как пятый, ну, на мой взгляд, важный пункт, это работа с заказчиками со всего мира по адресным проектам. Это, естественно, от этого зависит благополучие компании и, естественно, наше. And, of course, the fifth point, which is very important, is working with customers, prospects all over the world, because on that work the whole welfare of the company and of ourselves depends. Для понимания перспектив, 10-й этап, трансфер 5 миллиардов залоговых акций, которые даются в залог с дисконтом в диапазоне соответствующем, это вы увидите, под инвестиции, которые надо обеспечить здесь, это 25 миллионов долларов. So that we should understand the 10th stage. It is the transfer of 5 billion collateral shares with discount in a range from 1 to 75 to 1 to 175 to get the investments in the amount of 25 million US dollars. Для понимания динамики до 15-го этапа просто обозначу цифры. And in order for you to understand the dynamics until the 15th stage, I will simply show you the numbers. Следующий этап. The next залоговых stage. Акций. 4 миллиарда, 25 миллионов инвестиций. 3 миллиарда, 25 миллиардов инвестиций. 2 миллиарда, 25 миллионов. И так далее, до 15-го этапа. So, the following stages is, the 11th stage is 4 billion shares for 25 million dollars. The 12th stage is 3 billion shares for 25 million dollars, etc. You see the numbers of all the rest of the stages. Таким образом, впереди, дорогие друзья, дорога, которая обозначена 17 миллиардами акций, выдаваемых в залог под наши инвестиции в 150 миллионов долларов. So we have this whole journey from the 10th to 15th stage, which means 17 billion collateral shares for our investments of 150 million US dollars. Теперь для сравнения. Now let's compare. Еще кое-что. Смотрите, 9-й этап. Это абсолютно усредненное. Тут можно считать и так, и иначе. Какая разница? Более-менее цифра такова. So, the ninth stage, this is a very average indicator. We can calculate it in different ways, but the average is like that. При инвестиции 1 доллара его инвестиционная ценность меньше 1 цента была на 9-м этапе. So, when you invested on the ninth stage, $1, its investment cost was less than 1 cent. Что обозначает, чтобы понять лучше, что это такое, что при 100 тысячах акций, это у человека, у кого такой портфель в кабинете или в реестре, это 920 долларов затраченных денег им. So to understand better, if a person has in his back or her back office 100,000 shares, then they have spent $920. Это среднее. In average. И так далее по каждому этапу. И так далее по каждому And этапу. So on for every next stage. Теперь еще для более лучшего понимания и сравнения. To understand it even better and compare it even better. В каком процессе мы находимся? 5-й, 10-й этап. Сравним. What process are we in if we compare the 5th stage with the 10th stage? Многие спрашивают, а где прибыли, где какая мне выгода? Все говорят, выгода. Many people ask, where is my advantage? Because everyone speaks about some advantages. Where are they? Если мы сравним инвестиции, сделанные на 5-м этапе,
If we compare the investments made on during the fifth stage, средней инвестиционной ценностью статы, опять на примере 100 тысяч акций, $330. With the average investment cost, and we again are speaking about 100,000 shares, so the average cost was $330. То для сравнения на 10-м этапе, на который мы переходим, это $1,300 США. So to compare, in the 10th stage where we move to, it's $1,300. Это, еще раз повторю для тех, кто не слышали начало или, может быть, прослушали. Это сравнительные, не, скажем, так называемые сравнительные усредненные цифры. For those who might not have heard me in the very beginning, I repeat that these are simply comparative average prices. И что мы отсюда видим? С 5 по 10 этап инвестор получил рост в 394% за 20 месяцев. What we see here that from the 5th to the 10th stage an investor has received a growth of 394% in 20 months. Что это значит еще раз? Это значит, что инвестор, который на 5-м этапе проинвестировал, забыл про это, сидел на этом, и вдруг на 10-м этапе открывает и смотрит, опа, его пакет, который он проинвестировал и получил, 100 тысяч акций, каждый месяц ему приносил 19,7% в месяц. So an investor who invested in during the fifth stage forgot about it, left it alone. Now during the tenth stage opens again his package and he sees that his 100,000 shares brought him in average 19.7% interest per month. Этих денег в руки не взять, но все равно приятно. You can't yet hold this money in your hands, but it's still pleasant. Пока не взять в руки. Yet you can't hold them. Теперь сравним, дорогие друзья, 9-й, где мы находимся еще находимся, и 10-й этап. So let us compare the 9th stage, where we are still in, with the 10th stage. Логика абсолютно та же. The logic is completely the same. 9-й этап, с 9-го по 10-й этап, кто свою стратегию правильно выстроил, рост инвестиционной ценности 141%. Это за 6 месяцев. И уже в месяц 23,5%. So, from the 9th to the 10th stage, those who build their investment strategy in the right way have got 141% growth in 6 months, which is 23.5% interest in a month. Поэтому, дорогие друзья, ваша инвестиция сделана в 2015 году, уже расчетно обеспечивает прибыль. Ваша инвестиция, сделанная или не сделанная в 2017, расчетно обеспечивает или обеспечит вам прибыль уже интенсивней. So, dear friends, your investment made in 2015 already provides you with computed profit, and your investment made or not made in 2017 would provide you with a computed profit even in a more intensive way. Вся стратегия, заботьтесь о емкости вашего портфеля инвестиций на каждом этапе, друзья. So the whole strategy is to take care of the capacity of your investment portfolio on every stage, friends. И теперь на закуску. And now a dessert. Теперь везде, на своем вебинаре, везде показываю тем, кто не бывает на моих вебинарах, что смотрите, ответ на вопрос о дивиденды, когда? So, during my webinars and outside my webinars, I always try to answer this question. So, when are we going to see the dividends? В бизнес-плане, опираюсь на бизнес-план, таблица 9.1.
Once again, let's look into the business plan. Table number 9.1. Смотрю, когда мне покупать новый кошелек. Смотрю, это 2018 год. I see when I should buy a new package. I look at 2018. Смотрю, запланировано по бизнесу. Это правда такой как бы оптимистичный вариант, но тем не менее. 469 миллионов долларов США прибыль компании Global Transport Investment. So I see here that for 2018 there is a plan, well, quite optimistic, but still it's a plan of a profit of 469 million US dollars for the company Global Transport Investment. Я смотрю, что это уже расчетные дивиденды. Почему? Потому что нет кредитов и займов. Видите, их здесь нету. So I already see that it is a computed dividend, because you don't see here neither credits nor loans. Таким образом, смотрю дальше, что 19-й, 20-й год и так далее. Then I look здесь уже миллиарды. Forward into 2019, 20 and etc. Here you already see billions. И поэтому, увидев, что тут Светлана Сергеевна с Посада, и Сергеева Посада говорит, что да, вносит коррективы в планы жизни. Конечно, вносит. And we see, мы близки к реальности. We see here that Svetlana in the chat says that life corrects our plans. Of course it does, but it's still positive. Таким образом, дорогие друзья, я на этом заканчиваю свое выступление. Сейчас постараюсь ответить на пару вопросов, которые есть в чате. Быстренько посмотрим и перейду дальше. И тогда дальше уже передам слово коллегам. So, friends, here I should finish my speech, and in the end I would like to answer a couple of questions and then give the floor to the next speaker. Владимир, будьте внимательны. Это не 2017 год, а это 2018. Факт 2018 года. Написано прибыль, так называемая расчетная, 465 миллионов. So, Vladimir, please pay attention. It is not 2017. These are the figures for 2018, where computational profit is 469 million. Леон, вопрос интересный, но не такого телемоста, сколько будет куплено материалов и так далее. Вы знаете, это абсолютно закрытая информация, это зависит от конкретных заказов и так далее. Леон, this is not a question for a teleconference, how much materials will be bought, it's a closed information depending on specific project, etc. Наталья, значит, вы спрашиваете, у кого нет структуры, будет получать? Вы знаете, а при чем здесь структура? Акционер, он есть акционер и в Африке, и в любой части света. There is a question whether people without structure will of partners will get dividends. Of course they will. A shareholder is a shareholder with or without a structure beneath him. Получает Global Transport Investment, получает средства. Есть сумма на дивиденды, оттуда отчисляется 20%, и это та база, с которой получают все акционеры Евразиан Rail Scavi Systems Holding свои дивиденды. So, when Global Transport Investment gets its money and there is a specific allocation for dividends, then 20% of it is allocated to every shareholder of the Eurasian Rail Skyway System Investments. Значит, строчку чистая прибыль, нет, это, Владимир, неправильно вы смотрите. Those who speak about net profit, it's a bit misunderstanding of definitions. Давайте сейчас не будем вдаваться в таблицу, но был вопрос Светланы, по-моему, или Натальи, кто там спрашивал, что поясните, пожалуйста, насчет внутренней биржи. Виктор очень четко сказал.
So let's not get into table details right now, but there was a question from someone to explain the internal exchange. Мое неофициальное мнение. So Victor said it quite clearly that his unofficial opinion. Возможность такая есть все время, но это установка компании. That this opportunity always exists, but this is the decision that has to be made by the company. После окончания входа в корневую компанию. After the to be made after the end of possibility to enter the root company. Рекомендую и настаиваю так и говорить всем. That's what I recommend you tell everyone. Все остальное предположения, спекуляции, что угодно, в том числе и мои. All the rest are just opinions and suppositions, including my own opinions. Могу на вебинаре еще порассуждать на эту тему. I could discuss it with you further during the webinar. Истина установится в процессе, but the друзья. Truth will be found in the process, dear friends. И будет сделано так, как наиболее рационально, как я уже и говорил. И для компании, и для нас, инвесторов. And what is the most efficient and rational way, both for company and for investors, will be chosen. Михаил, когда закончится вход в корневую? Смотрите бизнес-план. Михаил, you are asking when will the entry into the root company end. You have to look into the business plan. Итак, уважаемые коллеги, я разогнался, отвечаю на вопросы. Следующий выступающий уже волнуется. Вот, и, значит, я передаю слово уважаемой, уже выступавшей сегодня Инетте Анджане. У нее тоже очень важный вопрос. Инетта, пожалуйста. So, dear colleagues, I went too far in answering questions, and the next speaker is worried, so I would like to give the floor to our dearly respected Инетта Анджане, that also has to discuss with you some questions. Желаю вам удачных и правильных решений в выборе стратегии и тактики, дорогие друзья. До следующих встреч. So, I wish you great success and the correct choice of strategy and tactics, and see you next time, dear friends. Спасибо, Владимир. Продолжаем. Я бы хотела сказать, что я не волнуюсь, я удивляюсь. Я читаю ваши вопросы, у меня такое ощущение, что вы сидите за дверью, за микрофонами, колонками, не слышите, что происходит на нашем телемосту. Thank you, Vladimir. Let us continue. And I am not worried. I am more surprised seeing all the questions in the chat. It seems to me as if you are sitting behind some closed door and do not hear what is happening in the conference. Инетта, вам надо меня выключить. Я эхо веду. Так, справилась. Идем дальше. Мы на пути развития. We are developing. Так, Ирина, я должна вас слышать, да? Слышно меня? Ну, тогда надо мне наушники или паузу поставить, иначе все будут слышать меня два раза. Путь развития на экране, и он очень, очень интересный в том, что его сопровождает не только план 15 этапов, не только рабочие моменты, легкие, запланированные и сложные, иногда и удача, всегда успех, но еще и дисконт. So you see our whole journey on the screen, and what's interesting, you see not only 15 stages and different work moments that happen as planned or as difficult or less difficult, there is certain luck and definitely success. But what else you see in that journey is the journey of discounts. Еще раз хочу вернуться к вопросам, которые были в чате. Несколько раз вы продолжаете задавать вопрос, когда закроется, когда перейдем, почему остаем и так далее. Есть только один ответ. Были озвучены
нужные средства в запланированный срок времени. Все зависит от нас. Давайте ускорить свои возможности, свой принос в этот проект и сократим эти этапы на нам приятное время. So, let me go back to the questions. You keep asking in the chat, when will the wood system be closed? When will we switch between the stages? Why are we behind? You have to understand that in order to switch, we have to have the necessary means. So it all depends on us. It is up to us to accelerate our investment into the project and thus shorten the stages to our liking. Эхо продолжает идти, оно мешает слушать людям. У меня новости для вас в это время, то есть мы рассматриваем дисконты еще раз 9 и 10 этапа, и хочу просто озвучить некоторые цифры. So I have some news for you. We have are considering now the discounts for the 9th and 10th stage, and I have some numbers for you. То, что в 9-м этапе считалось средним показателем, мы работали в среднем с дисконтом, очень хорошим дисконтом, 150-160. So if during the 9th stage we have been working with a very good average discount of 150-160, то на 10-м этапе это будет считаться очень высоким и самым лучшим дисконтом. Then for the 10th stage, that same discount would not be average anymore. That would be the highest and best discount. Все эти цифры давным-давно видны уже в наших документах, но все равно хочется их обозначить. 10-й этап, дисконт от 75-175. So all these numbers can be seen in our documents, but I would like to once again name them. So for the 10th stage, just like in our documents, it's from 75-175. Но при смене дисконта у нас есть хорошие новости. Первая новость. У нас остается минимальная инвестиция $15. But with the switch, we also have great news, good news, that we still have the minimum investment of $15. Немаловажно то, что на 10-м этапе соблюдается и сохраняется наш основной инструмент программы в рассрочку. And what is also very important, that we keep our main tool, installments, during this stage. И дополнительная возможность для партнеров, особенно для недавних партнеров, это очень хорошая возможность пользоваться специальным партнерским предложением, программами с бонусных счетов. And another very great opportunity, in especially for some recent partners, it is to use the bonus account programs. Переходим к цифрам. Начинаем рассматривать общую таблицу изменений дисконта. So let's go for numbers. You now see the overall table of comparison of discounts, and you can see the comparison between the 9th and 10th stage. Пока вы рассматриваете цифры. And while you consider this table, I will be speaking about the changes during the 10th stage. Первые изменений не будет активных поступлений на акционный счет. The first change, there will not be active
Иннет, нужно объяснить, что это, потому что не могу перевести, не поняв, что значит поступление. Income. Дополнительные средства. Да, получение дополнительных средств. На основном счете. So there won't be coming active income to the share account. Еще хорошая новость о том, что соблюдается спецпредложение 1 к 600 для тех, кто им пользовался в конце 2015 года. And there is another great offering that there will be kept this offering of 1 to 600 for those who used it in the end of the 2015. Важно для тех, кто стремятся за статусами, будут дополнительные условия для топ-экспертов для получения топ. For those who have statuses, there will be special conditions for top experts to receive top bonus. На 10-м этапе мы начнем работать с специальными программами, предложением для юридических лиц. В ближайшей неделе они появятся на экране в нашем личном кабинете. During the 10th stage, we will have special offers for legal entities, and you will have them in your back office. И действительно, в переходное время вы увидите все новые программы уже в новом образе, то есть у нас меняется оформление личного кабинета. So this is a transition period, and you will see all the new programs in your new back office because it will be redesigned. Самое приятное – это таблица с нашими активными программами. And the most pleasant thing is the table with our existing programs. Вы спокойно сравниваете цифры, я просто пройдусь, что у нас остается программа как специальное предложение Innotrans с монетой. You can compare, we still keep our special Innotrans program with the coin. У нас становится все популярнее программы «Малыш» и «Студент», обе эти программы. We still keep our very popular programs for child and student, that is for underaged children. Уже активно мы работаем с программами, можно сказать, для VIP-инвесторов, начиная с $5,000, то есть одноразовые инвестиции с серьезными суммами. We keep actively working with the so-called VIP investors, starting with $5,000 in a single installment. Рассрочки. Основной инструмент. 4 разные программы. Они будут пользоваться такой же актуальностью, как в 9-м этапе. Installments, there will be 4 programs with installments that will remain as popular as they were during the 9th stage. В этих программах у вас будет 2 дополнительные возможности улучшить результат приобретения этих программ. Это вы прочитаете в кабинете. And within these programs, you will have 2 additional opportunities to improve the result of your purchase, and you can read about that in your back office. Также бонусные программы и специальные предложения, и тут будут изменения. Also bonus programs and special offers that will incur some changes. Вы видите, что нету показателей напротив программ EcoFest 300 и 500. You see that there are no longer programs EcoFest 300 and 500. Так как зимой мы не сажаем
наши зеленые сады, то это предложение было снято, но программа... As we do not plant our trees, right now this problem has been taken out, but there will be still a program 600 with a very interesting proposal. Немного хочется рассказать о статистике, пока вы до сих пор изучаете. And while you still study the new discounts and new opportunities, статистика показывает, что из специальных программ, что интересно, у нас большим спросом до сих пор идут программы 15, 30, 60 долларов, и компания это учла и дала вам. It is, would be interesting to note that the statistics shows that our special programs 15, 30 and 60 are still in great demand, and so the company has taken that into account and has kept them. Программы для VIP-инвесторов специальными деревьями также пользуются спросом, и они будут есть на 10-м этапе, и также остаются программы с бонусных счетов. То есть это считается специальными предложениями. The programs for our VIP investors that plant special trees will be kept in the 10th stage, and also the programs that are special programs from bonus accounts will also be kept. Из основных рассрочек больше всего наши инвесторы ценят стабильный и бизнес, но остается. Out of the installment programs, our investors value the most the programs called stable and business, but we will still have our start program. Ну и самые лучшие показатели у программ Экофест 300, Малыш и Инотранс. And the best indicators were in the programs EcoFest 300, Child and Inotrans. Делаю акцент на статистику для того, чтобы мы могли и в эти последние три дня девятого этапа пользоваться этими шикарными программами, но также в десятом этапе знаем, что эти программы остаются и можно будет ими работать. Why do I emphasize these statistics? It is so that in these last three days of the ninth stage, you could use them, but also remember that you can keep using them and should keep using them during the 10th stage. По статистике программа «Малыш» пользуется очень большим спросом. Я в этот момент хотела бы дополнительный акцент сделать на программу «Студент». Она также для маленьких детей, но имеет уникальный результат. Алгоритм для детских программ очень-очень хороший. As I have already said, the program «Child» is in great demand, but I would like to also remind you of the student program, which is also for underage children and has a very unique algorithm with good results. Коллеги, программы также будут и видны в кабинетах и в новостях. Вы сможете иметь эти данные уже с завтрашнего дня. From tomorrow, you will be able to have all these data about the programs, both in your back office and in the news. Хочется делать дополнительный акцент на эти три дня. Действительно, три дня. 16-е, 17-е. То есть сегодня уже прошло. То есть 17-е, 18-е, 19-е. Это реальные дни девятого этапа. I would like to truly emphasize
these 3 days, because today is basically finished, so it's just the 17th, the 18th, and the 19th, which are the last days of the 9th stage. Задавался вопрос, будет ли зачтены средства, которые перечислены 19 числа. Да, у нас действительно 3 дня, не рассчитывайте на дополнительные продления, работаем прямо сейчас, и все, что делается 19 числа, будет So there was a question whether the money that will be paid on the 19th will be taken into account and will work. Yes, you have to really work these last 3 days and there will be no prolongations. The 19th is the end of it, but the means paid during the 19th will be taken into account. Раньше был задан вопрос по платежным системам, которые объяснялись. Многие из них находятся уже сейчас в кабинете, вы можете ими пользоваться. There were also questions about the payment systems that have been previously explained, and many of them are already available in your back office. You can already use them. И это говорит о том, что выбирая метод инвестиций SWIFT, вы заказываете инвойс и оформляете платежное поручение. As to the method of investment called SWIFT, you receive an invoice and then you make payment. 19 числа сделанная оплата по банковской платежке будет зачисляться, несмотря на то, что приход денег займет. The payment made in, as a bank transfer on the 19th will be considered the 9th stage, even though the payment in itself will take a couple days to arrive at company's account. Не слышала, какого счета? Акционный счет. Another information about share account. Средства, которые находятся на этом счету, у вас сохраняются. Вы можете их конвертировать на портфель акций до конца 9 этапа и также сможете продолжить этот процесс в 10 этапе, используя дисконт текущего момента. Текущего, то есть 10-го. So the means you have on the share account can be converted to shares during the 9th stage and then, of course, also during the 10th stage using the current discount. Поступление новых средств на этом счету закрывается с 9-м этапом, но накопившиеся средства на этом счету можно будет конвертировать и в 10-м этапе. So there will be no more incomes to this account. It is closed during the 9th stage, but the already accumulated means will still be convertible in the 10th stage. Еще раз хочется напомнить, что у нас только 3 дня для того, чтобы мы посеяли, полили и собрали урожай. Время урожая. Коллеги, не пропустите это время. Активно работаем, активно идем дальше. Мы на пути развития. So I have to once again emphasize it, that in these 3 days we really have to sow seeds, water them and already gather harvest. Do not miss this harvest, be active and work, and we are on our way of development. Сегодня это самое подходящее время, и я уже передаю слово следующему спикеру, если у него есть возможность подключиться,
вам благодарность. До... So, I wish you all the best luck. Now it is the best time to do it all. And with these words, I thank you and I give the floor to our next speaker. I hope he is ready to connect. Сергей, я вас совсем не слышу. Сергей, вас совсем не слышу. А сейчас слышно, да? Да. Сейчас слышно? Так, значит, у меня с наушником. Да. Тогда нам надо будет как-то, Ирина, сейчас подстраиваться, потому что здесь у меня конференция и будет перевод на итальянский. Поэтому мне надо будет отключать, наверное, и звук одновременно, и микрофон, да? Угу. Да, иначе будет эхо. Так что сейчас будет эквилибристика, так сказать, это. Но так как мы уже работаем в 8 комнатах одновременно, привыкнем сейчас. Значит, we are working in 8 rooms simultaneously, so we'll have to do some things in order to avoid echoing. Так. Значит, друзья, в чем сегодня специфика сегодняшнего моего выступления на телемосту? So, friends, what is the specifics of my today's speech? Что я нахожусь не один в своем кабинете, а я нахожусь на конференции в Болоне в Италии, где в зале сидит еще 100 человек, сейчас я их покажу, а вы поприветствуете еще почти 600 человек, которые находятся. So, what is the specifics that I'm not alone? I'm in Italy and I have 100 more people with me in the room, so you can greet each other. Сегодня я не один в рабочем кабинете, а нас здесь одновременно 120 человек. So I'm not alone in my office, but we are 120 people here. Нам здесь всем выдали вот такие вот кепки Skyway. Это как we have униформа. All been given here a kind of a uniform Skyway hats. Так, у нас вот. Ну что, друзья, я фактически завершая вот этот телемост или, скажем так, этап перед закрытием 9-го перехода на 10-й этап. So concluding this teleconference or this switch from the 9th to 10th stage. Uh-huh. Так, сейчас тут еще делают микрофон, чтобы еще и на итальянский параллельно переводить. We have to make some technical arrangements in order to also have Italian interpretation. Сейчас, секундочку, друзья, сейчас переведет Ильдига. Io adesso faccio il sintesi di tutto quanto che è stato detto già prima. Una cosa che è stato fatto un collegamento a un programma online, Teleponte, che con noi ci sono altre 600 persone collegate. Stesso momento via online e praticamente in due parole sì, abbiamo salutato tutti quanti. Già, signor Sergei ha detto che adesso sarà un po' sua relazione un po' particolare. Siccome lui nella sua stanza online non è da solo come lo sta facendo sempre, ma adesso è con noi. Noi abbiamo salutato tutto il pubblico che c'è dentro, hanno visto noi e anche la e anche raccontato del cappello, che questo com'è una cosa obbligatoria della nostra conferenza di oggi. E anche lui lo indossa e sta facendo la sua relazione così. Все. Тогда, Ильдига и Ирина, я сейчас, когда буду говорить, я потом буду выключать микрофон и выключать звук, чтобы друг другу не мешать, хорошо? Да. Praticamente ha spiegato perché c'è una traduzione inglese. Adesso, se io parlo italiano, lei parla inglese, non ci capiamo più nessuno al mondo. E per questo, dal punto di vista tecnico, lui deve staccare il microfono, che io possa parlare qua e lei di là. Ну, друзья, все это исходит из того, что наш проект стал действительно международным, действительно всеобъемлющим. Devo dire che
All this, my friends, is based on the fact that our project has become truly international, truly all-encompassing. Уже звучала цифра, что сегодня в проекте Skyway количество партнеров из стран больше, чем зарегистрировано в Организации Объединенных Наций. We have heard this number that today Skyway partners are in more countries that are present in the UN. Друзья, и это абсолютно закономерно, потому что проект действительно всеобъемлющий, и это действительно то, что меняет жизнь каждого, живущего в наше время. And this is truly well-grounded, because this project is truly international, and it truly changes the life of people. И обычно я заканчиваю выступление фразой, которую сейчас скажу, а сегодня я ее хочу произнести практически в самом начале. Usually I finish my speech with the phrase that today I would like to say in the very beginning. За последние 20 лет жизнь изменилась радикально, но мы с вами понимаем, что и мы знаем, что за ближайшие 15 лет она изменится еще сильнее. We know that our life has changed radically during the last 20 years, but we should also realize that during the next 15 years it will change even more radically. И мы с вами не то что свидетели этого процесса, мы с вами активные участники, те, кто создает технологию, которая сегодня изменит цивилизацию. And we, friends, are the doers of this process. We are the participants that create this technology that will change the future of the world. Если какое-то время назад мы говорили, что мы создаем технологию, то сегодня мы уже четко можем утверждать, что эта технология основы создана, и она уже находит практическое применение в бизнес. If a while ago we could say that we are creating the technology, then today we have created it, and it already finds practical implementation in business projects. Vuol dire che il nostro progetto in sviluppo di continuo. И фотографию, которую вы все видите сейчас на своих экранах, у нас, к сожалению, не выводится на экран, поэтому я просто покажу аудитории, а вы заодно еще и увидите зал, который на вас смотрит. Вы все фотографию увидели, друзья? You see on your screens. Unfortunately, the Italian audience cannot see the screen, but I will just show them the picture, and you will be able to once again see them all. So that picture that you see. Ой, я вам скажу, итальянцы такие горячие, такие веселые люди, с ними очень приятно работать. Italians are such joyful people. It's so nice to work with them. Так, все, включился. Друзья, я извиняюсь за паузы, просто я выключаю микрофон, а он включается какое-то время, поэтому чуть-чуть будет пауза, так что ничего страшного. I beg your pardon for pauses. I am forced to turn off my microphone after each sentence, and it takes a while to turn it on. Друзья, сейчас очень важный этап для компании, для коллектива, лично для инженера Юницкого, на каком этапе сейчас находится все наше сообщество Skyway. Это очень важная вещь для нашего инженера
Right now we are in a very important time for all of us, for the company, for Mr. Юницкий. It's a very important stage of our development. Пользуясь случаем, как раз передаю всем от него очень большой горячий привет и очень большую благодарность. Я с ним встречался позавчера, когда он только прилетел из Индии вместе с Виктором Бабориным. And using this opportunity, I would like to give you his warmest greetings and gratitude. I met him the day before yesterday, when he just came back from Indian trip with Mr. Baburin. Это аплодисменты Юницкому, так что... This is applause for Mr. Юницкий. И та работа, то, что сегодня происходит и можно запускать уже на самом высоком уровне обсуждения Skyway, это только благодаря тому, что можно показывать то, что мы сейчас видим на этой фотографии, уже действующие юнибусы, юнибайки. The work that is happening today, the fact that we are able to negotiate Skyway technology on the highest level is due to the fact that we can show it. Show the things you see on this picture already working unibuses and unibikes. И сегодня переход на новый этап – это демонстрация и констатация того, что мы выполнили те задачи, которые ставили. And today the very fact that we move to the new stage is a proof, is a demonstration of the fact that we have fulfilled the tasks set for the previous 9 stages. И то, что мы этот путь прошли, как раз свидетельствует о том, что никакие проблемы и никакие дальнейшие трудности, которые будут вставать перед проектом и лично перед инженером Юницким, сегодня нас не пугают. And the fact that we have come this far shows that no problems, no difficulties are able to stop us or Mr. Юницкий, so they won't be able to scare us. Потому что за это время мы ответили на самый главный вопрос. Есть технология или нет? Сегодня этого вопроса и этих сомнений уже нет ни у кого. Because before we had to always answer the question whether this technology truly exists or not. Today the technology does exist and there are no longer doubts or questions about it. И дальше каждый этап нам будет демонстрировать все новое развитие технологий, новые возможности и расширение бизнеса. And every next stage will give us more and more different developments of technologies, possibilities, and an enlargement of our business. И как любит говорить наш молодой талантливый директор Skyway Capital Алексей. As our young and talented director of Skyway Capital, Alexey Sukhodoyev, likes to say, что-то мне подсказывает, друзья, что многие вопросы, которые вы сейчас ставите, через год они... That something tells me that many of the questions and doubts you have today in a year will be simply obsolete. По мере развития проекта перед
нашим сообществом Skyway и перед каждым открываются такие большие горизонты, что те вопросы, которые мы сейчас вы ставите на каждой встрече здесь, когда будут дивиденды и что такое экотехнопарк, уже не будут волновать вас буквально к середине следующего. So, thanks to the way our project develops, thanks to our Skyway community, such horizons will open that the questions that worry you today, will there be dividends, when will Ecotechnopark be finished, etc., will stop worrying you totally already in the mid next year. По мере развития проекта, то есть те этапы, которые сегодня проходят, и те корректировки, которые вносят сегодня жизнь, они, я вам могу сказать, очень и очень грандиозные. While our project develops and goes through stages, life introduces its corrections, and I would say that these are awesome. И поверьте мне, я знаю, что говорю. And believe me, I know what I'm talking about. Я приведу один I will give you one very small, but a very comprehensive example. Буквально два месяца назад мы только стали обсуждать идею летающих роботов, летающих дронов, которые будут использоваться для строительства ступных местах. Literally two months ago we only started discussing the possibility of flying drones that will take part in the construction process. А буквально позавчера я видел уже рабочие наброски дрона, который разрабатывает инженер Юницкий, и я могу сказать, что аналогов такой машины в мире сегодня не существует. And literally the day before yesterday I saw working blueprints of such drones by Mr. Юницкий, and I can positively tell you that there is no precedent for such a machine in the world. Опять аплодисменты инженеру Юницкому. Again, applause for engineer Юницкий. И когда спрашивают про этапы и про меморандум, который был написан более трех лет назад, я задаю вопросы в ответ. А в этом меморандуме вы что-нибудь слышали про летающих дронов? А в этом меморандуме вы что-нибудь слышали про юнибайки или про транспортную инфраструктуру под углом? And so when people ask me questions about stages, about a memorandum that was written 3 years ago, I ask them back, but did this memorandum include drones? Did it include unibikes? Did it include 30 degrees gradient? И еще что происходит параллельно сейчас с развитием основной технологии Skyway, обо всем даже сейчас невозможно упомянуть или сказать. And it's not even possible to mention all other things that are developing and happening in parallel with the development of the main Skyway technology right now. Самое главное, друзья, до чего мы сегодня дошли, на каком этапе мы находимся, это начало создания реального бизнеса Skyway, реально создание сети Transnet, которая будет капитализироваться.
So, friends, it's so important that we have reached this stage that we truly begin creating the business, creating the Transnet that will capitalize intellectual property. Это то, что сейчас развивается самым активным образом, и то, что сегодня Виктор Бабурин, выступая очень четко, прагматично и грамотно, сегодня показал. It is what is developing quite actively today, and what Mr. Бабурин so well and so pragmatically showed us today. Так, все, микрофон включен. Есть. И то время, которое сейчас осталось до завершения этапа, надо использовать самым активным образом для того, чтобы ту информацию, ту энергию, которая несет сегодня за собой развитие проекта, касалась каждого из нас. And so this little time that is left till the end of the ninth stage should be used most actively in order to deliver to all those concerned the information about the development of the project. И в завершение, друзья, могу передать просто свою сейчас эмоцию, свое настроение, потому что когда я вижу фотографии уже реально испытываемых машин, то это, конечно, вызывает только гордость, потому что это сделали, друзья, мы с вами, и каждый из нас к этому причастен. And in conclusion, my friends, I would like to share my emotions, my mood. When I see the pictures of field tests, pride is what fills me, because it's all us. We are participants in all of that. А то, что Александра в своем выступлении говорил, что он сегодня ночь не спал, исходя из того, что он узнал о ближайших планах, которые стоят перед нами, как развитие фонда Skyway Capital. And what one of the participants said that he did not sleep this night after having found out about the plans on the fund of Skyway Capital. Поэтому я могу сказать, друзья, что мы активно работаем, и все будет больше и больше интереснейших возможностей и по тому, как строить бизнес, и как участвовать в создании системы Transnet, и как от этого получать в том числе и доходы. And in answer, I would say that we work more and more actively creating more and more opportunities, interesting opportunities to build business, to create Transnet, and of course to get income from that. И завершить я хочу теперь уже фразой. Я много приводил примеры своих детей, потому что, как говорится, устами младенца всегда. And I would like to conclude with giving example, as I often do, of my children, because, as they say, children's mouth speaks the truth. Это тот, скажем так, молодой скайвеевец, который задал мне вопрос: «Папа, а какой у тебя в детстве был интернет?» This is a young Skyway person who asked me, Daddy, what was internet like in your childhood? Так вот, он очень ждет, чтобы ему дали разрешение прокатиться на юнибайке.
он очень любит искусственный интеллект, который будет называть Юник, который будет жить в каждом нашем Юнибайке. He waits so much to be allowed to have a ride in a unibike, and he wants so much to see the artificial intelligence called Unique that will live in every unibike. Так вот, он пришел и сказал, что у них в школе задавали вопрос, чем занимается твой папа. And so what he said, they asked him at school, what is your father's job? Так, включился. Так вот, он с очень большой гордостью сказал, что мой папа строит Skyway, где будет ездить юнибайк, в котором будет жить Юник. And so with great pride he answered, my dad is building Skyway that will have unibikes in which eunuchs will live. As an artificial intelligence eunuch. Я вас поздравляю именно с тем, что каждый из вас может сказать, что я причастен к тому, что мы строим Transnet Space, и это то, что коснется каждого жителя Земли, и мы это создаем своими руками. So I would like to congratulate you all for being participants in building something, Transnet Space, that will touch the lives of everyone on the planet. Ну вот, друзья, на этом я бы хотел завершить всю работу команды Skyway КПЯ. Строй Skyway, спасай планету. So with this I would like to conclude our meeting saying build Skyway and save the planet. Благодарим Сергея, спасибо Ирине, и три дня, пускай успех и результат вас сопутствует. До следующих встреч. We would like to thank Sergey, thank Irina, and wish you very successful next three days.